Привет, Полина, что тут происходит? Слишком плохо? Какова жизнь? В нашей гостеприимной школе Борьке наступил день, который мы все так ждали. Главное, мы были все вместе. Позвольте представить виновника торжества. Новых выпускников 2020 года. Вы взрослые теперь. И перед вами открыта дверь. И путь у нас лежит. Свою дорогу вы пройдете сами. Так много приготовила вам жизнь. Пусть хватит вам желания и силы в ней все вершины смело покорить, чтоб голову вам жизнь не закружила, чтоб мы могли желанного достичь, чтоб на пути друзей вы обретали и сами дружбу верных донесли, чтоб добрые советы принимали и другу на дороге помогли. Пусть Бог дарует всем вам мудрость, как выбрать путь, чтоб доброму прийти. Желаем, чтобы сложились наши судьбы. Желаем вам счастливого пути. 2 килограмма рассудительности Антона Константиновича. 2 столовые ложки жизнерадостности Елены Станиславовны. 1 стакан интеллигентности Татьяны Александровны. Добавить терпеливости Ларисы Александровны. Скромности Николая Николаевича. Устойчивости Светланы Валерьевны. На кончике ножка пунктуальности Арнольда Григорьевича. Борщ переменчивости Елены Викторовны. Законов притяжения Людмила Анатольевна. Все это перемешать со справедливостью Виктора Валерьевича. В качестве сюрприза положить непредсказуемость Ирины Николаевны и Дмитрия Вячеславовича. Подогреть неэнергичность Натальи Леонидовны. Выпекать в заботливости Ольги Славомировны. Все это украсить элегантностью Татьяны Федоровны. Нежностью Антонины Владимировны. Елены Петровны, Натальи Николаевны. Мудростью Тамары Николаевны и готовностью всегда прийти на помощь Анне Васильевне. И что же у нас получилось? А получилось наивкуснейшее блюдо – педагогический десерт школы номер 71, который довел наш многострадальный 11 класс до выпускного вечера. Дорогие учителя, эти цветы для вас. Сегодня день торжественный и яркий. Об этом догадается любой. Для вас пусть станут праздничным подарком вручение награды дорогой. И для вручения аттестата мы приглашаем заместителя школы Антонину Владимировну. Так, мы приглашаем обладательницу аттестата с отличием и золотой медали Бондарь Анастасию Александровну. Аттестат с отличием и золотая медаль вручается Ракитскому Роману Дмитриевичу. Обладательницу аттестата с отличием и золотой медали Шила Дорофею Дмитриеву. Приветствуйте одаренного ученика нашей школы, обладателя аттестата с отличием и золотой медали Шумея Евгения Валерьевича. Приглашаем для вручения аттестатов и обладателей похвальных листов
за особые успехи в изучении отдельных предметов. Акулевич Екатерина Дмитриевна. Встречайте, Бирюлеву Екатерину Сергеевну. Приветствуйте, Верстак Елизавета Андреевна. Приглашаем Болкова Константина Николаевича. Встречайте, Голубович Ульяна Дмитриевна. Приветствуйте бурными аплодисментами Грицкевича Артема Витальевича. Приветствуйте Малмыгина Михаила Сергеевича. Мартынова Алексея Андреевича. Аттестат вручается Симакову Николаю Дмитриевичу. Смирновой Екатерине Андреевне. Аттестат вручается Дурлак Ольге Александровне. Встречайте бурными аплодисментами Чернецову Марию Дмитриевну. Аттестат вручается Шиковец Маргарите Витальевне. Аттестат вручается Акулову Артему Дмитриевичу. Приветствуйте Барташука Дмитрия Павловича. Аттестат вручается Варламовой Екатерине Андреевне. Встречайте, Воробьёва Анастасия Александровна. Встречайте, Галинская Дарина Олеговна. Аттестат вручается Горбатовской Кристине Викторовне. Аттестат вручается Забриян Александру Витальевичу. Встречайте Зейдана Фараса Мазгаровича. Аттестат вручается Зеленецкому Павлу Дмитриевичу. Встречайте Иванову Варвару Юрьевичу. Приветствую Иглинскую Анастасию Денисовну. Бурными аплодисментами встречайте Ильчука Дмитрия Олеговича. Андреевича.
аттестат вручается Лазуренко Евгению Павловичу. Ракович Никита Игоревич. Аттестат вручается Завицкой Дарье Леонидовне. Татьяна Сергеевна. Встречайте, Суровцов Павел Николаевич. Анастасия Дмитриевна. Встречайте, Шестакову Полину Александровну. Тратили мы с тобою вперед на множество лет. Мы спешили расти поскорее, но нам было вчера невдомек. По школьному зданию Рея нас проводит последний звонок. Он поет, и становится жалко, что уже в золотом сентябре ты не будешь взлетать над скакалкой перемену на школьном дворе. Пусть же громче звонит он прощальный, чтобы каждый почувствовать смог этот ласковый, но чуть печальный, провожающий в мир нас звонок. Надежды все и ожидания, смотри же, жизнь, не обмани. И в этот миг в затихшем зале звени звонок, звени, звени. Последние точища нашего детства. Что всех нас непременно ждет что-то новое, ждет нас перемена. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску учащихся 11 классов средней школы номер 71 города Минска, объявляется закрытым. Впереди наша жизнь, нескончаемый вальс, аккорд последний прозвучит сейчас. Мы отвести уже не смеем взгляда
и вальс закружит выпускной ваш вальс, а сердце сладким трепетом объято. А сердце бьется в ритме раз, два, три, и треугольник мысли замыкает, рисует вальс мелодию. Смотри, мне каждый вдох о выпускниках напоминает. И на прощальный вальс мы приглашаем всех на школьный двор.
всегда были смешные. Пять лет же получится, понимаете, до 11-го акта. Я до 11-го акта, просто вот вам от всего сердца, да, настолько низкий поклон, спасибо за ваших детей, потому что когда в аттестате, буквально два или три аттестата, 8,1 это самый низкий балл. Самый низкий балл 8,1. Ну, представьте, в других классах таких баллов нет. От 8,1 до 9,9. У нас почти весь класс выше 9 средний балл. Такие, я не знаю, для меня вот уже в моей пенсионной жизни, это как я говорю, как вишенка на торте. Вот ваш класс, последняя моя отдушина, моя любовь. Мне, я говорю, даже просто не хочется в школу идти в следующем году, потому что их не будет, понимаете? Вот, вот а поэтому это вам на добрую память от 11-го. Спасибо вам большое.